Итак, мы снова к вам возвращаемся. Так, карту. Итак, мы снова к вам возвращаемся и сейчас на этот раз все в порядке. Итак, Рокс Кисальв бьется против ЛРМ Ронда. Счет уже 1-0 в пользу Ронда. БО7, то есть битва до какого количества побед? Догадайтесь, друзья. Конечно же, до 4. Б107, то есть максимум может сыграться 7 пар. И мы выбираем Destination. Вернее, выбираем не вы, выбирает Destination Rocks Kiss Alf. Так. Так, и все у нас отлично, и все у нас в порядке. Все, игроки готовы. Game is not ladder. Это вполне естественно. Ронда пишет GLHF. Ну, поехали. Игроки, несомненно, очень-очень-очень не слабые. Так, ставим в этот раз альянс Ронда. Игроки опытные, игроки, которые имеют за плечами немало ярких побед, немало тренировок, которые умеют готовиться к матчам. Да, то же самое, то же самое. Так, попробуем спросить, может быть, они на Гарене хотят сыграть? Окей, договорились, идем на Гарену и продолжим там наши с вами изыскания. Главное, чтобы я не удалил Гарену вместе с Дотой в припадке очередном ярости и ненависти к окружающим, который вызывает Дота в каждом порядочном человеке. Нет, Гарена здесь. Гарена с нами. Ну, а пока суд додела, пока мы ждем. Кстати, кибер-арену-то я включил. Код я вам не добавил на главную страницу. И сижу очень довольный самим собой, своим обедом и женой. Сейчас я вам включу этот код. Одну минуту. Все, если у вас лагал Good Game, вы можете переключиться на Кибер Арена ТВ. Если он у вас не лагал, не переключайтесь. Наслаждайтесь игрой. В общем, в поисках лучшего. В общем, лучший враг хорошего. Так, Гарена на самом деле у меня не включается вообще абсолютно. Я не знаю, по какой причине. Это очень забавно, конечно. Кстати, на самом деле, мне кажется, что особо не поможет нам переключение на Гарену. Скорее всего, тут дело от зависит дело в игроках, а не в том способе их соединения. Ох, надо переустанавливать Гарену. И, ребят, я не хочу этим заниматься сейчас. Это дело долгое. Ну ладно. Какой-то у нас сегодня проблемный стрим, на самом деле. Так. Гарена. Да, давайте пока мы... послушаем старую добрую тирановскую музыку. Под нее нам будет веселее. Чувствуете, как у вас бодрости прибывает от этой музыки? У меня прибывает сразу.
Да, кстати, если в чате на СК2ТВ вам пишут, что вы там не можете писать, вы злостный флудер, это не значит, что вас забанили. Если вас забанят, вы на сайт не сможете зайти вообще. Если вы не можете писать в чате, это какая-то непонятная проблема, которую мы не можем решить. Я зашел на сайт garena.com. Я даже не вижу кнопки. Ой, нашел. Ура! Я найти еще. Удалить Гарену. Гарена должна быть уничтожена. Окей. Русская версия. Гарена штука, конечно, классная, но, к сожалению, не беспроблемная. Я принимаю условия соглашения, я принимаю, я согласен. Поехали. Я согласен со всеми вашими условиями. Я куплю ваш голд. Я буду перечислять вам половину всей своей зарплаты. Только дайте мне поиграть немножко в доту. Так. Вводим все наши сверхсекретные данные. И поехали. Прикольно, меня не пускает на Гарену. Я ее переустановил по совету посетителей портала, и меня не пускает туда все равно. Просто тупо не пускает. Меня не пускает, не пускает. Так. Так. Как на самом деле эта музыка поднадоела. Вот если положить руку на сердце и сказать абсолютно честно. Тара-пара-пам-пам-пам. Парарарарам-пам-пам. Хочется свежачка какого-нибудь, черт возьми. А свежачка не дают. Так.
Так, еще, друзья, ждем. Сори, но придется нам немножко подождать. Делать нечего. Дело было вечером, стрим на СК2 ТВ. Легкие проблемки. Сегодня, кстати, днем должен был быть стрим. И он не состоялся, к сожалению. О, супер! Все. Все зашли, все готовы, все рады. Я думаю, сейчас мы уже можем приступать. Все, тираны, замолчите. Так, гоу-гоу, спрашиваем. Ну, поехали. Поехали, посмотрим, что у нас из этого всего получится. Давайте я вам покажу картинку. Но у меня такое ощущение, что подлагивания все равно останутся. Нет. Все, да, лучше, прекрасно, отлично, поехали. Ура! Это так здорово, когда что-то получается, когда вы, знаете, уже, наверное, очень давно такого не было, чтобы вот ты что-то делаешь, и оно действительно помогает. Обычно ты что-то делаешь, оно не помогает, потом делаешь еще что-то, и это не помогает. Делаешь третье тебе не помогает, пятое тебе не помогает, шестое тебе не помогает, а вот седьмое помогает, но на 50%. Это уже дело, так скажем, привычное, обычное. А тут вдруг раз и сразу. Я не верю, тут где-то подвох есть. Тут что-то не так. Не бывает в жизни счастья. Так. Я сейчас несколько буду рассеян. И могу нести какую-то чушь, но вы не обращайте особенно внимания на это. Все настроено, все включено, модуль работает. Выбрит, вычищен, смокинг, штопорен, как, по-моему, писал Маяковский. Но я руку на отсечение не дам, что писал он именно так. Приехал на разведку Ронда, пробка сделала небольшое движение хвостиком, хвостиком махнула. Яичко упало, разбилось, оттуда вылез дрон. Вот такие вот дела. И не дает, посмотрите, этому новорожденному дрону поставить хач. Как всегда в тосовском стиле. Кстати говоря, недавно Ронда записал азбуку Старкрафта, выложил на портал sk2tv.ru, и эту азбуку можно на этом портале скачать. Что это было? Вы видели, да? Это была реклама Гарены на нашем портале. Так. Сейчас я включу стрим на GoodGame, а то GoodGame-овцы не знают, чем мы тут занимаемся. Код... Так, сейчас... Вы уж простите. Не все успеваешь. Так. А GoodGame-овцы должны знать, чем мы тут занимаемся. И присоединиться к нам. Так, все, вроде бы включил. Руслан, привет, киберарена не пашет. Ну, ТТ, ребята, очень жаль. Я вот вроде связался с кибераренавцами, они говорят, все работает. Возможно, какие-то проблемы на сервере. Мы будем стараться их устранить. Спасибо за сообщение. Третий хач почти достроился более чем наполовину. Знаменитое, помните, выражение Мицгола, чуть менее чем наполовину. Он достроился чуть более чем наполовину, и только сейчас Альф ставит газ. То есть, на самом деле, у него немножко неправильный тайминг, но, возможно, неправильный с нашей точки зрения, потому что мы мыслим стандартными стандартами. А, нет, вот третий хач, что-то я немножко погоняю, прошу прощения. Ямщик не гони лошадей, он же второй хач поставил здесь, а третий здесь. Я мог немножко ошибиться. Едет Оверлорд, катится на третью... На какой третий Нексус? Нет, мне надо срочно сосредоточиться, вернуться к игре, выпить стаканчик чего-нибудь бодрящего, кофейку, например, и сосредоточиться.
рекомендуют для того, чтобы сосредоточиться, смотреть на свой пупок, но я не могу просто этого делать, если я сейчас начну смотреть на свой пупок, я не смогу комментировать игру. То есть у меня выбор, либо я комментирую, либо я сосредотачиваюсь, одно из двух. А сейчас я немножко рассеянный, как, собственно говоря, персонаж из известного детского стихотворения. Помните? То самое. Вместо чая утром рано выпил водки два стакана. Вот какой рассеянный с улицы бассейна. Все помнят, все учили в детстве. Вместо станции разлив он уехал куда-то в другое место. А потом и говорят, это город Ленинград. Нет, я уже точно его забыл. О, как Зилот попал! Как он попал? Нет, Ронда. Не вовремя ты вышел. Альф сейчас зажмет. Ну. А, последний удар был. В почку. Подрезали Зилка. Ну и что тут дальше-то? Протос Роботикс... Вот зачем писать Протос Роботикс Фатилити? Ну ясно же, что не Зерк Роботикс Фатилити. Протос Нексус, Протос Гейтвей, Протос Ассимилятор. И, соответственно, наоборот, Зерк Лейер. Зерк Спаунинг Пул. Зерк Ик. Яйцо Зерга. Не Протоса яйцо, не Тирана, Зерга. Знаете это. Из-за этого зерлинги, они вот видите, зерг, зерглинг. Ну это звучит как, не знаю, что масло масляное, зерг, зерглинг. Зерговский зерглинг. Собаки Альфа, кстати, со скоростью, на спидах. На спидах. И они сторожат. Сторожат Альфа. Они не хотят, чтобы Альф мирно жил, трудился. Они... сторожат его выход, думают, что будет здесь выход с зилотами, а Ронда не очень любит ходить куда-то с зилотами, вот этими, вот, собирать эту пачульку зилотов с ногами и бегать все крушить. Он не протос-вандал, он протос-артос. Артос, который любит наносить точечные всякие удары, там какие-то тайминговые мегастраты с темпларами, со штормами. Вот в данной ситуации он будет делать, видимо, ривера. Видимо, не просто шаттл будет, а шаттл с ривером, корсары, вот что-то такое интересное, любопытное, познавательное. У Альфа небольшой переизбыток рабочих на его нычке номер один, на его главной базе, а вот здесь явно недостаток. Такое бывает. Ох, как сейчас мог бы попасть корсар! Как бы он мог бы попасть, но не попадет. Вовремя Ронда среагировал, не вовремя Альф. Не вовремя среагировал Альфи. Посмотрите, вот, кстати говоря, Ронда очень любит вот в какой-то момент, в момент X, он любит не давить на разные болезненные точки, да, зерга. Он любит занимать третью локацию. Вот прям он грезит об этой третьей локации, как не знаю о чем. Вот так вот в нежданочку, на халяву, раз ее поставить, защитить, и потом уже все у него... будет отлично. Так, что там вообще в чате-то пишут? Все в порядке. Все там в порядке у парней. Делает закопку Альф. Кстати говоря, Альф именно пишется с большой буквы. Я заметил, что вот у трех рокс-кисовцев... Кисовцы. Роксовцы. В общем, у трех игроков команды рокс-кис... с Украины, они пишут свой ник именно большими буквами. Хотя нет, погодите, я вру. Браток пишет большими буквами, Димага пишет большими буквами, и Альф пишет большими буквами. В общем, у трех игроков из клана RockSkiz, я вот запомнил это. Такие именно сочные, большие, огромные буквы. Альф, Браток и Димага. Они такие капслоченные парни у нас. Бежит вперед гидрой Альф, решил он делать массовую гидру с гигантского количества хачей, именно с пяти хачери. Смотрите, дома он ставит санкин, видимо, санкин от ривера, дабы чтобы. Вот, здесь гидра, чтобы ривер тоже по краю не пролетел. Просит включить киберарену, друзья, так я ее включил, киберарену, я ее включил. Она не работает, сори. Простите, но как вот на главной странице киберарены, она, к сожалению, не работает. Ну вот я не знаю, я поменял. Ну давайте я тогда займусь этим вопросом. Сори.
Всем мои глубокие извинения. Я включаю киберарену. Киберарена. Не, ну на самом деле я не знаю, что делать. Не работает. Не работает. Я вот буду жаловаться, плакать владельцам этого сайта. Ну, пока ничего особенно важного не происходит. Спокойно, Ронда. Видите, какая ситуация такая омерзительная. Зерк думал, что раз там ривер, значит, ты должен ко мне дропаться. Раз ты должен ко мне дропаться, Ронда, да, то я буду защищаться от дропа. А Ронда берет и занимает спокойно нычку третью. Это несправедливо. И сейчас будет сидеть под фотонками с риверами, ощетинившийся фотонными стволами. Вот, и ничего с ними. Ох, как могли бы. Ну, хочу, корсарам, в принципе, все равно. Посмотрите, как ловит Альф. Ну, залп. Кстати, вот мог бы, наверное, поймать хотя бы одного корсара минусануть. Ну, мог бы. Ну, в принципе, это ничего особенно, наверное, не изменило. А, наверное, небольшая такая ошибка была со стороны Альфа допущена. Ну, может быть, даже небольшая, а очень даже серьезная. Это то, что он вот эту локацию не проконтролировал, не закопал, не посмотрел, не проверил. Бывает такое. Лимит теперь у Ронда, как вы сами видите, 110, у Альфа 92, не так уж сильно он отстает. Поставил он уже четвертую нычку, везде он по карте пытается защититься. И вообще, кстати, для Протоса, который играет вот в таком стиле, как Ронда, действительно занятие третьей нычки является ключевым моментом, очень важным, потому что если ты играешь в таком стиле, занять нычку бывает довольно сложно. И поэтому Ронда решил до того, как он начнет выводить зерги из состояния равновесия, до того, как он начнет летать и так далее, он решил заранее поставить эту нычку, чтобы потом голова у него не болела. Это как... Хотя, ладно, не буду рассказывать такие анекдоты, к черту, про таблетки от головной боли. И тем более уже толком не помню, что это за анекдот. Давайте лучше вернемся к игре. И вот сейчас Ронда, уже находясь в спокойном, во взвешенном, уравновешенном состоянии, да, когда у него все в порядке, когда у него работает, когда у него работает, работают все нычки, когда у него все отлично, и вот только теперь, кстати, посмотрите, деньги вообще не стоят у парней, что у Ронда, что у Альфа. Все у них у обоих хорошо. И вот только сейчас он начинает потихоньку куда-то выдвигаться на какие-то подвиги, на какие-то дела. Давайте поставим альянс Ронда. Мы забыли же про это. И посмотрите, что делает Альф. Но это, мне кажется... Нет? Вы думаете, это не фейл? Я думал, это фейл, но я вижу, что вроде бы это и не фейл. Ой, какие вообще дропы. Какой дроп гидры сочный, а? Обалдеть. Вот сейчас зафокусить Нексус. Тупо Нексус. Нексус. Альф, Нексус. Тут надо бить Нексус. И с этой стороны вот это дропы от Альфа. Обалдеть. Неужели он Нексус не зафокусит, а? Но это будет очень глупо, если он не зафокусит. Не зафокусит, представляете? Да, это пипец, конечно, фейла. Нет, вообще... Ай, убил Нексус, обалдеть. Все сделал, все, что мог. Корсаров убил, Нексус убил, рабов здесь почикал. Только что все было у Ронда прекрасно, только что все было замечательно. И буквально через один момент все так поменялось. Вот так Альф, вот так и старик. Как он быстро... перевернул ситуацию, как он быстро поменял черное на белое. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает, поется в знаменитой песне. Зерговское счастье, понятно, высадиться, сломать Нексус, парой люркеров, наколотить здесь 8 плюс 6, 14 рабочих, хотел бы обратить особенное внимание, да еще и ривер немножко по голове получит. Оп, нормально все было, и ТОС решил все-таки выйти, не тянуть кота за хвост, не тратить время понапрасну и дать Зергу решительный бой. Альф это видит, он выдвигается, у него где-то было довольно много люры, неужели Альф смело даст бой, я вот в этом не уверен. Но сейчас, ой, Пантера, посмотрите, как она подвела Зергов. Вот это пантера.
Вот меня они тоже иногда так подводят, но я заключил соглашение с пантерами, я их больше не убиваю. Потому что одна пантера спасла мне как-то жизнь при подлом раше тирана. И теперь все, теперь пантеры священные животные. Табу. В нашем племени пантер не трогает. Это тотемное животное, покровитель племени. Ну, прекрасные штормы Атрон. Это просто какой-то Бетховен. Это посмотрите, как они легли. Великолепно. Но закапывается Люра. Закапывается Люра. И что здесь дальше будет? Бежит, бежит Колобок через север на восток. Куда он дальше? Да, они бегут сюда. Вдруг здесь разобран минерал. А минерал-то не разобран. Минерал не разобран. Никуда вы отсюда, друзья, не денетесь. Это ваша последняя пристань. Последнее пристанище. Здесь найдете вы свой последний приют. Ну, нормально, на самом деле, зерк отмахался. Более-менее. Единственное, полимитом... А нет, и полимитом все хорошо. Посмотрите, как замечательно модульно все показывает. Выводит всю информацию. Напоминаю, что игра будет проходить в формате BO7. Best of 7, если я правильно прочел эту цифру на английском языке, с которым я дружу, но который я люблю, но не взаимно, к сожалению. И это значит, что игра будет идти до 4 побед. Код от портала sk2tv.ru LRM Ronda против Rox Kiss Alpha. И не зря Аль выбрал Destination. Дает он жару Ронда. Дает он... Да, GG пишет Ронда. Он, несмотря на то, что лимиты были почти равные, он все-таки понял, что здесь ловить нечего. Слишком все это дело тяжелое, непростое, неблагодарное. Спросим у Ронда, какую карту выберет он. И, соответственно, эту карту мы и будем создавать. Так, Ронда против Альфа. Вторая игра. Интересные игры, прямо скажу. Я вот последний раз смотрел игры Ронда против Хэппи Зерга. Они меня, на самом деле, довольно сильно впечатлили, эти игры. Но единственное, расстроило, что Ронда как бы не показал всей своей мощи. Как-то он очень бледно сыграл последние игры. Было похоже, что как-то устал. А Хэппи Зерк, он достаточно часто играет так стабильно, сильно, очень сильный макро-зерк. Демага, ближе такой, знаете, наверное, самый лучший демага-заменитель. Вот. И мне кажется, что будет здорово, если эти игроки встретятся еще раз. Кстати, вчера играл на мини-код Хэппи Зерк. Хэппи Зерк против Айфу Хеми. И получились классные игры. Если вы вот хотите скачайте, посмотрите. Я давно не видел такой красивый ЗВТ. Мы, соответственно, ждем Альфа. Альф куда-то пропал. Ага, а вот и Альф. Отлично. Лага вообще практически нет. Гарена нас спасла. На самом деле надо иметь это в виду. Гоу-гоу-гоу. ГЛХФ пишут оба игрока. Поехали. Итак, третий матч. Противостояние двух замечательных игроков. Счет 1-1. Счет 1-1. ЛРМ Ронда, играющий за Протоса, против Rox Kiss Alpha, который играет за Зерга. Посмотрите вначале, как все справедливо. Нулевые ресурсы, лимит 5-5, все в порядке. Но потом же начинается дисбаланс. Потом у Протосов откуда ни возьмись, лимит становится все больше и больше, и денег все больше и больше. А Зерги потихоньку отстают. Они погрязают в долгах, они играют на рулетке, они связываются с плохой компанией. Если вы помните такой мультфильм «Остров сокровищ», ну а также, конечно же, книгу «Остров сокровищ», даже не мультфильм, по-моему, этого не было, а вот именно книга, то там
падение пирата, оно началось с того, ну, вот он рассказывал, я даже не помню, как его звали, этого пирата, очень давно читал, что он с мальчиками на кладбище играл в орлянку. Ну, орлянка – это игра, когда вы берете монету, подбрасываете ее, выпадает орел или решка, это древнейшая и, наверное, самая простая в мире азартная игра. И вот он на кладбище, и этот образ, как этот маленький пират, вот с чего начался его путь, он в моем мозгу очень крепко отпечатался, и у меня просто какая-то аллергия к игре в орлянку на кладбище. То есть, если когда-нибудь я попаду на кладбище, и там мне предложат сыграть в орлянку, я непременно откажусь, потому что я буду помнить, к чему это может меня в конце жизни привести. Ну, а теперь... Кстати говоря, хотел бы сразу заметить, ребят, если у вас лагает, ну вот есть такие ситуации, когда мы ничего не можем сделать. Вот, ну вот, к сожалению, киберарена не работает, к сожалению, заменителей нам пока найти нельзя. Мы будем искать обязательно другие варианты решения вопроса. Обязательно будем. Мы будем стараться, чтобы наш стрим удовлетворял абсолютно всех, чтобы у нас с вами был идеальный брак, да, чтобы супруги друг друга во всех отношениях удовлетворяли. Но пока этого сделать невозможно, советую вам сильно нервы не портить, потому что, ну, что ж тут поделаешь. Советую вам просто потом посмотреть вот. А вот я постараюсь выложить сегодня, буквально через часа полтора после трансляции, после ее завершения. Так, я снова возвращаюсь к вам. Так, что у нас здесь происходит? Здесь у нас происходит игра Ронда, наглая игра Ронда, игра от разведки. Он видит, что противник сыграл достаточно нагло, поэтому сам не стал сильно заморачиваться. У него поздняя фотонка, у него... достаточно ранний Nexus, у него достаточно ранний Gateway, получается, он очень быстро выйдет на какие-то технологии, и все у Ронда будет хорошо. Наверное, идеальное начало для Протоса. Вот. Самое-самое-самое, что ни на есть. У Альфа тем временем, я бы не сказал, что у него все здесь в порядке, что у него все здесь отлично. Но, в общем-то, нормально. И заметим, что он пытался поставить здесь третью нычку, у него абсолютно ничего не вышло. Приехал рабочим, повертелся, покрутился, присел в Книксине дрон. Не смог, пробка помешала и уехал обратно. Ну, ладно. Shit happened. Как-то с акцентом, да, по-моему, сказал? По-моему, как-то не так. Ну, ладно. Сказал Альф. Да, действительно, такое бывает. Беды происходят, переведем так. Беды происходят. Ну, на самом деле, хотел я сейчас порассуждать о переводах, но на самом деле мне нравится, что у нас переводят фильмы все-таки без матов. Вот, на самом деле это неплохо. Пускай там в какой-то мере теряется смысл, но... во всяком случае, сейчас есть выбор. Хочешь, смотри без матов. Хочешь, скачивай в матерных каких-то переводах и смотри, как тебе нравится. Я вот вижу просто, что у Альфа существует огромная проблема. Вот этот парень, он немножко запоздал с появлением на свет. И поэтому все у Альфа плохо. Очень бедная экономика. У него очень поздняя будет третья нычка. Но самое главное, что очень бедная экономика. Из-за вот этого оверлорда критического. 18-й оверлорд. Бойся 18-го оверлорда и 27-го. Это два гвоздя в крышку зерговского гроба. Два таких крупных ржавых гвоздя, которые в него вколачивают свои же зерговские руки. Кривоватые. Вот. Ну, другие гвозди там в крышке гроба же не два гвоздя. Там наверняка их побольше. Их уже... много желающих, на самом деле, вколотить. Тут от работы никто не отлынивает, ни Протос, ни Тиран. Все готовы. Целый день работать, лишь бы похоронить. Первые три Зилота куда-то уже пошли. Альф это понимает. Подзаказывает немножко собачек. У него скорость дошла примерно до половины.
И это значит, что эти зилты домой уже не вернутся. Это вот такая примета. Вышел из дома, если на небе тучи, то возьми с собой зонт. Да, вот. Вышел из дома, если у зерга скорость, домой ты уже не вернешься. Ох, какая славная, сочная пачка собак. Она бежит к зилтам. Зилты начинают драться. Нет, нет, ничего не выйдет. У вас ничего не выйдет. Вы погибнете. Но они отдают свою жизнь не просто так. Не просто так. Три зилота на четыре собаки. Размен, конечно, неравноценный. И сейчас Альф получил небольшое преимущество, скомпенсировав тот фейл, который был в начале. Ну, слегка так, в общем, наверное, скомпенсировав. Кстати говоря, у него сейчас есть неплохая возможность. Хотя нет, наверное, не стоит рисковать. Можно было бы попробовать пробежать. Но непонятно вообще, был бы от этого плюс какой-то толк или не было бы. Страшновато. Страшновато в таких ситуациях куда-то бегать. Кстати, после этой игры у нас будет небольшая музыкальная пауза. Надо не забыть, а игроки немножко передохнут. Ну и у вас будет возможность сходить на кухню, налить себе чашечку прозрачного горячего чая с лимоном или чашку горячего дымящегося ароматного кофе и насладиться просмотром. Вот уже парень, по-моему, насладился как только мог. Плюс 12 килсов. Кому чай, кому кофе, кому 12 собак убить, и он все. Еще говорят, что протосы не маньяки. Вот, и будет, в общем, маленький перерыв в трансляции. Вы, если что, не пугайтесь, не отчаивайтесь. А можете просто послушать музыку. Итак, третья локация у Альфа заработала. Конечно, зафырил он очень неплохо из вот этих 12 собак. А сейчас сюда врываются два дарка. Здесь Санкин еще не достроился, и всего одна единственная гидра. С какой скоростью сорвались три рабочих назад, это обалдеть можно. И Санкин, ну посмотрите, как они его косят, я просто в ужасе. Какие же у них огромные косы у этих ребят, а? И ладно бы эти косы были у них на голове, они у них в руках. Если бы они были на голове, мы бы над ними просто смеялись. Говорили ха-ха-ха, дарки-трансвеститы. Но нет, к сожалению, у них самые настоящие тяжелые, огромные лезвия, предназначенные для каких-то хардовых сельскохозяйственных работ. Мне интересно, кем были раньше дарки, или кем они станут после того, как закончится война, а каждая война когда-нибудь кончается. Как они будут работать, чем они будут заниматься, непонятно. Невидимые с косами. Очень странные ребята. 52 лимит у Альфа, лимит 88 у Ронда. Надо срочно избавляться от этого лимита. Так. Что тут происходит? Как-то гидра протиснулась сквозь вот все эти ряды. Она выщелкала темплара, она убила архонта, но, по-моему, она вся ляжет сама. И убила пробку. Посмотрите, чисто такой гидроспецназ, который выполняет задачи, гибнет и уничтожает только поставленные, только важные какие-то цели. Не просто так бегает по карте, бесцельно и глупо, а вот минус архонт, минус псих, минус пробка. Только то, что нужно. Ронда уже заказывает обсерваторию. Он помнит про прошлую игру, как его... А что, в прошлой игре разве у него его подвела обсерватория? Я что-то его не помню. Ну ладно, будем считать, что так. Сделаем глубокомысленный вывод на пустом месте. Гидра отпрянула назад, выстрелы, зилоты фокусятся. Корсары в этот момент подло подрезают одного оверлорда за другим. Дарк оттягивается назад, потому что он знает, что его время еще не пришло, но скоро придет. Достраивается Санки. Ну, чем будет здесь отбиваться Альф? Ну, непонятно, какой шторм ложится сверху. Минус одна гидра, второй шторм. Ну все, минус третья нычка, и на этом, наверное, уже все. Очень хорошо организовано дотекание у Ронда. Никакого саботажа, никаких проблем с профсоюзами. Все великолепно. А у зерга картина несколько иная. Лимит 44 на 45. Две локации, доделывается вместимость. Видимо, Альф хотел сделать дроп.
Напоминаю, что это код от портала SK2 TV, что битва идет на карте Fighting Spirit, что формат BO7, и вообще, читайте сами. Я вам не нанимался читать информацию с экрана. Так. Nexus. Не, по-моему, это уже все. Вот, хотите верьте, хотите нет. Да, GG пишет Альф. Абсолютно правильное решение, мужское, поддерживаю его. Не будем тянуть время. Не будем растягивать удовольствие для Протоса. Это была третья игра. Посмотрим, какую карту выберет Альф. Что же он захочет? ХБР. Просит он создать Heartbreak Ridge. Я почему-то, в общем-то, и... Я думал об этом. Вот еще за несколько дней до Котка я думал, что... Я не спал полночи, я думал, что Альф захочет создать именно Heartbreak Ridge. И это действительно произошло. Heartbreak Ridge. Что же здесь будет? Так... Оп. Чуть не забанил кого-то. Все, ронда на месте. Это вы. Гоу. Все, парни готовы. Зерг против Протоса. Карта Heartbreak Ridge. Поехали. И счет меняется. Счет меняется в пользу LRM Ronda. 2-1 он ведет. RockSkiz Alf пока проигрывает, но посмотрим. Так, кому я ставил в прошлый раз? Давайте сделаем вот так. Ой, елки-палки. Вот елки-моталки. Да. Почему все время говорят елки-палки, ёкарный бабай? И я не понимаю, честно говоря. Тянет людей на эту букву, которой нет. Буква, которой нет. Я обещал музыкальную паузу. Она будет после этой игры, я надеюсь. Это игроки, на самом деле, меня на это сподвигли. Они виноваты во всем. Но если мне вот напомнит, допустим, Кайбер Рейдж перед следующей игрой в музыкальной паузе, я буду им очень благодарен, потому что я не говорю ко всем, потому что иначе напомнят 30 человек, и будет не очень хорошо. Вот Каби, парень ответственный, он не забудет. Вот такой вот хитрый способ переложить ответственность на других людей. Посмотрите, что делает Аль. Вы видели, дрон сюда заглянул наверх, нос костренький, клювик свой сунул. Почему он это сделать? О, старый ХБР, говорит Ронда. Ну, вообще, да, старый ХБР, не новый. Действительно, ну, я всегда такой ХБР создавал. А что, есть новый ХБР какой-то? Норм, говорит Альф, улыбается. Есть где овера повесить. Ну, на самом деле, он сюда заглянул, потому что здесь протосы что-то расшалились и начали в последнее время там... ставить какие-то свои непонятные здания, которые здесь, по идее, стоять не должны. Поэтому надо туда на всякий случай заглянуть, посмотреть, что там почем. И так как пул здесь непростой, так как здесь оверпул, оп, выходит пара братьев-близнецов, начинает свои извечные войны, свои разборки. И, ну, на... Нет, посмотрите, Альф не поехал все-таки на третью локацию сюда, он спокойно поставил хатчери здесь. А бывает еще зерги вот отменяют хатч и вот сюда его переносят. Но это, конечно, потеря по деньгам достаточно солидная, поэтому не каждый на такое решится. Вот. С другой стороны, если рассчитать, да подумать, может быть, оно того и стоит в какой-то мере. АПМ у Альфа, вы сами видите на экране, 360.
у Ронды 225. Я, кстати, заметил, что Ронда достаточно спокойный, выдержанный тос. Так. А, окей, окей. Да, говорят, что на киберарене сейчас финал какого-то турнира крупного, возможно, поэтому очень серьезная нагрузка создается на серверы, поэтому через киберарену мы вещать, к сожалению, пока не можем. Прибегают собаки. Слушайте, это хороший шанс для Альфа пробежать, если он сейчас дождется этих собак. 6 собак могут вполне пробежать. Тут всего одна фотонка. Ох, как закрылся Ронда. Вообще просто, просто божественно закрылся. Вы видите это, да? Просто профессионально, профессионально. Недаром он в азбуке рассказывал, как закрываться на хард-рекриже. Кстати, говорят, друзья, все, кто смотрел азбуку с Ронда, он рассказывал, как играть ПВЗ на хард-рекриже. Его сейчас уникальная возможность наблюдать в прямом эфире, в реальном бою против реального противника. Не какой-нибудь, не какого-нибудь бота, не боксерская груша, а самого Рокскис Альфа. Наблюдать, как нужно играть на этой карте ПВЗ. Ронда рассказывает, ну не рассказывает, а показывает, рассказывать буду я. Может быть, не совсем верно, но зато эмоционально. Лейер только что заказан, хэтчери вот-вот достроятся. Кстати говоря, у Альфа все так выдержано, нормально, тоже взвешенно играет. Без нервов, без всяких, без срывов. Как-то оба игрока, я заметил, вот эта игра началась как-то так мягко, красиво и не знаю, какой бы синоним подобрать. Я не могу назвать это начало совершенным, ни в коем случае, но... Нет, ладно, все, я сдаюсь. Мозг отключается, он отказывается подобрать синоним. В общем, начало мне жутко понравилось. Никаких грубых вроде бы ошибок нет. Оба игрока гнут свою линию, играют нормально. Но интересно, что Альф решил сыграть с двух нычек, что он не занимает третью. Что у него уже стоит гидролизден, заказан первый грейдик. И вообще интересно, что сейчас он будет делать. Наверняка у него есть какой-то интересный план. Наверняка это все не просто так. Ронда делает апгрейд на вынос. Это не значит, что он собирается бежать своими зилотами и разбивать всем, кто попадается на пути. Разрывать всех, кто попадается на пути на куски, на мелкие кусочки. Скорее это просто апгрейд. Просто. Выделил форж, а рука левая ослабла. Поднял ее, чтобы вытереть пот, стекающий со лба на глаза. Она упала вниз и попала случайно на букву W. И заказался апгрейд на вынос. Тосы обычно делают именно так. Халявят как могут. Минус 3 собаки, зилоты. Вот как все-таки элегантно стали зилоты драться в последнее время. Как-то по-читерски, как-то заходят в толпу, удар, отошел, удар, отошел, какое-то движение назад, вот первая гидра уже пошла вперед, у нее уже есть скорость, у нее, ой, какая интересная стратегия от Альфа, какая, ай, просто сок, а не стратегия, приятно на это смотреть, похоже на гидропуш, похоже все это дело на гидропуш. И наверняка Ронда так и думает, так и считает. Видите, он достраивает две фотонки. А какая задумка у Альфа? Ну вы посмотрите на это. Это Альф непростой парень. Ох, непростой. Вообще он входит в тройку лучших украинских зергов. Ну, мне кажется, это без сомнения. Это тройка Демага, Хэппи-зерг и именно Альф. И Хэппи-зерг только недавно, наверное, вошел в эту тройку. То есть... А может быть и недавно, может он всегда в ней был. Не знаю, точно утверждать не могу. Вот. А может быть, кстати, я тройку это и неправильно составил. Вот. Так что вы уж на меня не ругайтесь. Но вот по моим предположениям он в эту тройку входит. Так, минус дарк. Минус дарк. Сразу минус дарк моментально. И закончилась у оверлорда сместимость. У оверлордов вместимость. Слушай, скороговорку можно делать. Будет начинаться она должна с
У Оверлорда. У Оверлорда. У Оверлорда, Оверла... Оверлорд... Оверлордята. Ладно, потом закончим. Имитация атаки в лоб. Да какая имитация? Ничего себе, такая имитация. От таких имитаций погибнуть можно. Вот. Но, наверное, смысла большого в этой имитации... Имитации нет. Мне сейчас спрашивают, почему ты не назвал Айтра, он же тоже украинец. Он действительно украинец, но не зерг. Я называл тройку украинских зергов. Вот, это, наверное, все-таки Димага, Альф и Хэппи Зерг. Вы знаете, просто сейчас Альф сделает нечто, и вот когда он сделает это нечто, это просто... Просто взорвет. Взорвет протосовскую реальность, взорвет ему мозг, базу и вообще, и все, что только может взорвать. Потому что у протоса абсолютно, ну, практически нет мобильной армии. У него, конечно, есть психи, у него, конечно, есть пси-шторм для этих самых психов. Вот, но это все, что у него есть. Зилтов у него очень немного, а здесь уже грядет в терновом венце революции. Вот они. Огромное количество гидры, отборной, сытой, откормленной, прекрасно экипированной, новейшими шведскими шипами. Посмотрите, какой дроп, какой великолепный дроп. Но сейчас главное разводить, потому что два пси-шторма могут все убить. Альф. Ну что это такое? Это не эпик фейл, это... Мега Гранд Супер Фейл 2010. Вот, если в конце этого года мы будем делать какой-то ролик по фейлам, да, вот этот момент, не знаю, какое место должен занять. Ну закапывайся, Альф! Копайся. Ну, кстати говоря, на самом деле, несмотря на эти превосходные, великолепные мега штормы, это не особенно поможет Ронда. В том отношении, что обсервера у него нету, и не просто нету, у него не просто не пахнет в воздухе обсервером, у него даже не пахнет предощущением обсервера. И даже не около него, а где-нибудь на расстоянии 50 километров от Ронда ничем не пахнет. Вот, я не знаю, что он сейчас будет делать. Он пытался здесь поставить втихую локацию, как часто любят делать эти тосы. Приходит Дарк. Стоять, ничего не делают. Дарк-погонщик. И с этой стороны, ну все, вот это уже все. Вот это уже до свидания. Вот это уже мама не горюй называется. На голову Клюри встал Зилот в позу жертвенного животного, да, но ничего из этого не вышло, из этого плана. По-моему, сейчас будет долгое и мучительное умирание Протоса. Просто умирание. Здесь сверху люркеры, убить их не представляется возможным. Здесь люркеры, да, они просто уносят тоже все на своем пути. Вот неприятно играть вот в такой ситуации. Тут, видите, даже денег нету. Ой, как сейчас отлетят эти пробочки. Боже ж ты мой. 10, 14. О! 17 килсов у Люры. Ну все, выходить надо однозначно. Однозначно надо выходить из игры. Это уже приехали, приплыли, называется. Это называется приплыли. Так, а здесь Дарк, оказывается, был. Я просто его не заметил. Не заметил Дарка. Пытается Ронда идти в суицидальную атаку. Пытается здесь что-то успеть наколотить делами. Но ничего здесь уже не наколотишь особенного. Дерись, не дерись. Голосуй, не голосуй. Все. Это... А, не, погоди. Не-не-не. Все. Все, Ронда выходит. Ничего не получилось. Да, кстати говоря, мы обещанную музыкальную паузу все-таки включаем. Это пауза от... друга нашей трансляции, друга Майкла, который Джексон. Итак, слушаем Smooth Criminal.
Привет, Чингис. Привет, Адольф. И к нам присоединяется А2 Чингис, второй комментатор. Вы на Котхи и на стриме sk2tv.ru. С вами LRM Ронда, Рокскис Альф и Ронда ОО has left the game. Он вышел из игры, и мы его подождем немножко. Пошел, наверное, тушить сигарету. Он злостный курильщик, негодяй. И поэтому прочее. Он проиграл на Heartbreak Ridge. Сигарета упала, горячий пепел упал, Ронда опустил голову, поднял там же люркеры. Вот так бывает, бросайте курить. Недавно мы смотрели фильм на SK2 TV, и там парень, который проносил все время сигареты, пачку сигарет в школу, его проверяли на входе, и все сигареты он засовывали ему в рот, и он стоял на коленях с этими сигаретами во рту, 20 штуками. Достаточно веселое зрелище, на самом деле. Это корейский фильм, да? Да, да, да. Ну вот, ребята, если вы думаете о карьере киберспортсмена, про геймера корейского, подумайте о своих вредных привычках. Вот так. Будете стоять в тренинг-руме с сигаретами во рту, на коленях и с поднятыми руками. А мимо будут проходить ребята Боксер, Yellow, I Love OV и каждый по сигарете в рот. Это ужасно. Так, ну что, Ронда готов? Гоу-гоу? Как там парни-то? Должны быть уже. Ты видел, что сделали? Что сделали FF и Commander Duck? Какую... Да, да, я в шоке, я поражен, я очарован. Я полностью, не знаю, преклоняюсь перед ними. Это просто... просто огонь. Это же моя давняя мечта была, ты же знаешь. Да, 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 да. Так и есть. Так, Ронда почему-то молчит. Ронда? Курился, негодяй. Гоу. Вот, все, проснулся Ронда. Поехали, поехали. Слушай, а что за карта такая? Интересно, я даже ее как-то не видел на корейских лигах. Ты знаешь, вот только что, сказать тебе по-честному, по чесноку, только что такой вопрос задал Альф и сказал, я пойду в сингл и посмотрю эту карту. Вот. Потом Ронда сказал, о, а я тоже эту карту не видел. Ее, оказывается, не знаешь ты, ее не знаю я. Вот такая карта, Торнадо называется. Неизвестная карта. Люди на ней играют, смотрят матчи, воды, но потом тут же все забывают. Слушай, Чингис, лаг появился. Да, я уже понял, у меня ноутбук был включен. Не знаю, сейчас наладится это дело или нет. Так. Если миновать, я, наверное, тогда выйду эту игру, пока меньше с вода. Вот. Сейчас вилси. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По-моему, наладилось. У меня просто ноут отжирает жестоко канал, вот сейчас я сбегаю. Ага. Вот. Ты покормил с утра свой ноут с трафиком? Да, да, так он на ночь у меня кормится, обычно стоит. Ага. Слушай, нет, походу все равно подлагивает. Угу. Давай я не буду мешать игрокам, пока меньше с вода. Угу. Вернее, с сайта. Давай, давай. Им и так нелегко. Ты знаешь, я не вижу, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Ты уже заразил нас лагучей. Была раньше болезнь такая падучая, да? Вот, так называли эпилепсию. А теперь она лагучая. Человек начинает лагать. Реально какие-то лаги, смотри, они остались. Что это такое? Слушай, не знаю, я уже не виноват, это точно. Ты где там у себя в комнате держишь моего клона, я просто слышу его. Нет, я его уже тут... Все. Не знаю, я... Раз. Адольф, два, отзовись! Нет. Я где-то там слышу свое эхо. Ну ладно, это не важно. Как ты думаешь, вот счет 2-2, что будет дальше, кто выиграет? Ну у нас же было 7, еще есть пространство для маневра. Угу. Еще две победы нужно, пока особо ровно играет. Это то же самое, что они только что начали играть, было 3. Угу. Так что я не знаю даже. Ронда покурил сейчас со свежими силами. То есть можно сказать, что наоборот, он теперь погасший абсолютно, Альф свеженький. Слушай, это получается, что мы сейчас просто зря время теряли, сидели тут. Они могли просто BO3 спокойно сыграть, и все. Вот елки-палки. А еще раз отмечу, что, к сожалению, ночи с Госу, ночи с кабаном, как это звучит, а? А вот ее, к сожалению, сегодня не будет, а может быть и к счастью для кого-то.
Вот, потому что, ну, разве что кто-то ее с кабаном проведет из наших трансляторов самостоятельно, потому что я планировал провести, но я не смогу провести. У меня есть другие планы на этот. Ну, поменялись планы срочные, я, к сожалению, не смогу это сделать. А во сколько это будет ночь? В 12, вернее, через сколько? В 12.00, через полтора часа. Через полтора часа. А, ну, через полтора часа, возможно, я смогу провести с кабанчиком. Он вчера мне говорил об этом. А, ну все, прекрасно, тогда договорились, отлично. Вот, все, Чингис, значит, ты проведешь, да? А, ну, свяжемся с кабанчиком, посмотрим. Угу. После стрима напишем, если будем проводить. После стрима, окей, ну ладно, что у нас здесь происходит? Карта Торнадо, на карте есть рампа. И, соответственно, играет у нас Рондо с одной локации. Ох, и посмотри, как он подлавливает Эверлорда. Смотри, умрет Эверлорд или нет. Делай ставки быстрее. Умрет. Нет. Я застопил Драгуна. И вот видишь, опа, я выиграл. Обсервер-хак? Обсервер-хак. Ну, просто Рондо немножко тормознул. Надо было сразу бить. Надо было бить сразу. Эх. Ты посмотри, 4 хача у Альфа, никаких лейеров, ничего подобного. Просто... Он сейчас будет гидру штамповать и будет бить лица протосом. Это же любимое дело Зергу. Это нет, это не 4 хача, я хач принял. 3 хача, да. Так. Лимиты вижу, минералы вижу. Подкрутить колесико. Кстати, Рондо не хочет даже идти в фастекс почему-то. А он, знаешь, у него довольно часто такое бывает, он любит играть. Я еще заметил, что такие вот... вот он мне чем-то напоминает Джему, чем-то они похожи, любят они поиграть со мной нынчики. И у Тамы тоже такое бывает. Нет. Слушай, такого. А он что, идет сейчас лицо без зерга, что ли? Да, ну а че, ж? 3! Это неэтично. 3 гейта, скоро доделаю. Вот сейчас, слушай, будет огонь игра. Просто на ранней стадии будет взаимный экстерминатус. Смотри, забегай. Ну, просто... Опасно. Я не понимаю, почему Альф именно выбрал такую стратегию. Собаки окружают, бьют. С одного фланга хорошо, с другого плохо, с другого тоже хорошо. Все хорошо, все. Режут, нарезают, на самом деле. Разбил. Понимаешь, просто получается какая-то очень странная игра. Альф, по идее, не должен был так играть. Но Рондо, ладно, Рондо может. Рондо он такой. Неужели забежит? Нет. А у Зилотов уже ножки есть. Ёлки-палки, три гейтвея. Архивы темпларов. Я помню бытность мою школьную. Мы играли в клубах в FIFA. И в опасных моментах мы всегда кричали «Опасно!». И потом это все переделалось в «А-паспорт!». А паспорт, и вот да? Так вот, да, и вот так вот, знаешь, ночь в клубе таким ором все время разрывалась. А паспорт! У нас похожая была ситуация. Вот один из первых мемберов нашего клана РАС, который мы когда-то создавали, первые 5 человек, вот один из этих первых 5, это Гело РА. Вот, и когда он играл в клубе, мы еще играли в Counter-Strike, все время, когда он промахивался, мы кричали «Агела промахнулся!» Вот, по аналогии с мультфильмом знаменитым. Да. Это мой... На самом деле, у меня с кланом Ра есть одна ассоциация, связанная даже с детства, я бы уже даже сказал. Заключается в фразе «принцип». Найден и сформулирован в клане Red Army. А, блин, найден и сформулирован. Да, это вообще жесткая фраза. Найден и сформулирован, да. О! Кто-то удалил меня из вашего списка контактов. Ну и все, себя. Плач. Слушай, я сейчас что-то не то сказал. Обиды. Да, кто-то, в общем, кто-то обиделся на меня, видимо. Ёлки-палки. Ну ладно. Слушай, а шторм там не предвидится? Я вот не могу посмотреть. Так бы штормик вот кинуть вот на это дело хорошо было. Ты знаешь... Просто я вот даю, сердце радуется. Вот с одной стороны у Зерга 2 локации, у Протоса 1 локация. Да, вон, ну, вот в таких вот посиделках, да,
Стояние. На какой реке было стояние? Помнишь, в истории постоянно любили стоять на реках? Эльба? Нет, на Эльбе была встреча. А, Эльбу, да. А было стояние на чем-то. А, да, как помнишь, она, да, на чем-то стояли, Рубикон? Стояли. Что? На нет, Рубикон? Рубикон перешли. Ну, так на стояли Эльбе? Сначала. Нет. Не стояли, понимаешь? Там Цезарь, он не любил стоять. Поехали. Все, перешли. Жребий брошен и вперед. На Эльбе встретились. А на чем стояли? Вот хоть... Блин. Хоть... Но мы, помню, на этой... На Припяти стояли долго. На Угре стояли. Вот, Сыроежкин, плюс один. Сыроежкин выигрывает приз. Приз? А что за приз? Двойной Если респект. Если бы я знал, что приз, я бы напрягся. Приз называется двойной респект. Посмотри, как люркеры дают. Ой-ой-ой, боже мой. Вот говорят еще, Каби говорит, что еще стояние на Калке было. Но, по-моему, у нас в Калке было не столько стояния, сколько там был овн какой-то жесткий на Калке. Вот как сейчас здесь примерно происходит. Это вот татаро-монгольская армия зеровская, и вот... Татаро-зерговская. Да, татаро-зерговская. Вот. И там на Калке было все очень печально, на самом деле. Бусурманы. Слушай, ну а почему не делают шторм... Делает шторм Протос. Делает. Нет, почему он так поздно его делает? Under construction. Знаешь, вот на сайт заходишь, там under construction. Вот тут заходишь в архивы Templar, under construction. Следите за обновлениями. Следите за обновлениями, да. Вот. К сожалению, так. Слушай, а у него даже опса нету. Это же вообще какой-то эпик фейл. Все. На Калке была битва. На Калке была действительно битва. Пишет Антон, что была битва, а стояние на Угре было. Все. Мы выяснили этот вопрос. Сейчас, значит, у нас стояние происходит. Ну, мне кажется, долго не продлится. Тебе кажется, что Аль выиграл? Мне кажется, что Ронда проигрывает. Потому что тут не столько Аль выиграл, сколько Ронда проиграл. Ага. Ой, как... Ну, пока еще ничего не ясно. Опс из ниоткуда прилетел. Я вообще не заметил этого роботикса. Да, откуда вообще роботикс? Ронда всегда строит роботикс, когда проигрывает. Что это такое? Так, будет шторм, я не понимаю. Надо сейчас как-то вообще невероятно выйти, Ронда. Как-то чудесно. Смотри, как-то... Раз! Феерически так. Два, три, ох, какие штормы. Ох, четыре, ох, как он выходит. Да. Я же говорю, тут вот поштормить, это же милое дело. Да, да, Ронда, ты просто, ты достойный сын Айура. Как ты вышел? Ну, пока еще не все сделано, теперь нужно дать в лицо Зергу, иначе все это плачевно может все равно закончиться. И посмотри, кто прилетает. Какие ребята прилетают. Ну, по-моему... Здравствуй, Мота. Ну, по-моему, ну, прилетели они, конечно. Вот уже зафотонили все. Негодяйские протосы. Смотри, как Альф вообще рассекает здесь, а. Это... Да что-то как-то я даже не ожидал такого. Ты смотри, он микрит как компьютер. Помнишь, как вот боты из вот этого вот... Ну, в смысле, в хорошем смысле, ой! Я не хотел сказать, что... Я в ступор впал, честно говоря. Не-не-не, ты не видел, как боты микрит? Вот последнего поколения, нового поколения не видел? Нет. Они одной... Ты посмотри, зайди на сайт SK2TV, там новость же есть. Господи, как же ее назвал? Она уже, по-моему, на вторую страницу ушла. Сейчас, погоди. Мута. Сейчас мута отлетается, я тебе скажу, как новость называется. У меня просто по сравнению, когда микрит как компьютер, я сразу представил себе Альфа, тыкающегося в тирановскую застройку и бегающего перед ней. Не-не-не-не-не-не-не. Танками. Да блин, я не могу найти эту новость, черт. Ну что, найдем. Найдем, в общем, сейчас мне подскажут, кто... А, грядет эра машин. Нет, по-моему, не грядет эра или наступила эра. В общем, какая-то новость на какой-то странице какого-то сайта во всемирной сети интернет. Там точно. Наступление эры машин. Новость на второй странице SK2TV. Вот посмотри, там эти ролики. Они просто крышу сносят. Даже не то, что АПМ там 35 тысяч. Это ерунда. Какой он АПМ это? Просто мута убивает архонтов. Представляешь, без потерь.
Без шансов. Жесть. Вот. Вот сейчас в таком смысле, скоро бот это будет не ругательное слово, он бот. Не играй с ним, он бот. Это просто восторг. Нет, сплошной. Нет, бот все равно будет ругательным словом. В КСе тоже можно сделать такого бота, который тебе будет сразу хедшоты прописывать. Но все равно же осталось слово ругательным. Ну, я вот слышал иногда, что про кого-то говорят, что он просто бот. Вот, ну, именно но в таком положении. Ты просто ослышался, наверное, про него, наверное, говорили бог. Нет, реально, говорили. Ну, там просто реально был парень, который играл 24/7 в клубе, там же спал, вот, очень хорошо стрелял, очень был заброшен. Ну, в данном случае я больше машина. Вот машина, это уже машина. Не так обидно. Настоящая машина. Слушай, как игра выровнялась-то? Я думал, Ронда все уже можно хоронить, он как-то вылез отсюда. Я уже тоже все заказал, погребальную процессию, все дела, а тут бац, и такой косяк Ронда замутил. Да, я уже сижу, думаю, какую композицию Майкла Джексона следующую ставить, следующую музыкальную паузу. Напомни, что после этой игры у нас музыкальная пауза должна быть, ладно? Билли Джин надо поставить. Билли Джин, take my love. Нет, у меня подготовлен другой план. Сори. У тебя другой план. Другой план. Другой. Ну ладно. Вот. Так. Ну, на самом деле, тут уже и все хорошо, и у Альфа тоже. И у Альфа вообще лимит на 10 больше, чем у Ронда. Действительно. Это вообще, когда у Зерга лимит больше, это просто так. Ой. Ох. Ах. Вот это да. Вот это красота. Раньше парни выпендривались перед девушками там на турнике, там. А сейчас муты подъем, переворот, там, раскрут, то все, встал, прошелся. А сейчас вот в Корее уже просто мут пролетел, пару психов убил, она все. Ах! Можно приглашать на свидание, она уже все просто тает. Как он управляет мутой? Это божественно. Альф, что ты делаешь сегодня вечером? Слушай, не... а куда это Ронда направляется? У нас не Корея. Такие мотивы непонятные. У нас не Корея, поэтому у нас парни тают в основном. Вот. Ой-ой-ой. Знаешь, есть три вещи, которые нельзя сказать маме. Три вещи, которые... Я знаю три вещи, которые нельзя сказать про маму. Вот. Так. Нет. Какие... Вот одна из них, я люблю парня. Ага, ага. Как друга? Что, замес? Замес, ой. Замес, одна из них. А какие две еще? Ну-ка. Я люблю парня, я люблю тебя, мама. И... Нет, да. И я убил человека, и я купил мотоцикл. А, я убил человека. Ну, по-моему, знаешь, это синонимы, нет? Я купил мотоцикл, я убил человека. Примерно то же самое. Это немножко другое. Слушай, а блин, а как? Как вот это вот сейчас происходит, я что-то не особо понял. Когда эта игра пошла в такое русло? Когда это произошло? С какого момента? С какого момента наш малыш начал курить, употреблять тяжелые наркотики? Как мы не заметили? Еще вчера мы держали его на руках, он весело хохотал. Да, и подумать, что все это выросло из четырех дронов и одного сопливого хатчери. Посмотри, все это. Обалдеть. Ай-яй-яй. Да. Ну, честно говоря, не знаю даже. Надо Эксписа. Эксписа надо, Ронда. Надо, у Ронда лимит 65, у Зерга 100. Надо Ронда... Ну, так это понятно, потому что нужно Эксписа. Потому что сейчас не про Эксписа, ты не догонишь. Я нарисую демотиватор, Чингис, ты не думай... Я обязательно это сделаю. Нет, ну это абсолютно тирановская фишка. Будет если гореть база Ронда, будет надпись, Ронда напишет ГГ, и снизу будет надпись, надо экспиться. Что-то в этом роде. Но это же уже все, это уже сушите весла. 60 на 90. Ну какие-то размены вообще некрасивые получаются. Зерг дотекает, Зерга много, Зерга убивают. Ой, Зерга не убивает, в том-то и дело. Размен называется не алё, да? Да. Я бы даже сказал что-нибудь более, не знаю, сильное про размен. Но... Сильное, но не будем подавать дурного примера. Нет, я просто не могу его не передумать ни одного слова сильнее. А, вот оно как. Вот, но хотелось бы придумать.
Ну давай назовем его ГЖ-размен по-дотерски. ГЖ-размен. Так это не ГЖ-размен, совсем не ГЖ-размен. Ну, а тут, понимаешь, удобство этого выражения, что можно все что угодно называть ГЖ-размен. То есть ты или говоришь серьезно, или с иронией. Все, ГЖ-размен, нормально. А, да. В этом плане, да, можно. Слушай, а что там Ронда все время налево куда-то ходит, а? Что-то у нее какие-то такие повадки нехорошие. Ну, Ронда пытается поставить здесь нычку, причем он сознательно загнал свою армию вот в такую ситуацию, он высадился, как римляне, он высадился. Римляне? На Британию, да, он сжег все корабли и сказал вперед. Все, или мы, или нас. Одно из двух. Вот. И они вынуждены сейчас побеждать, что выхода да не будут, нету. Сейчас их будут побеждать. Что-то такие небольшие легкие лаги, легкие, лайт. Лаги формата лайт. Надо просто оплати и купи полную версию лагов. Подождем. Лакс. Так. Пока не пройдет волна лагов. Я не понимаю, почему в моем Старкрафте сохранение Who has Fisher Price Modem? Кто это сохранял вообще? Who has Fisher Price Modem? Альф versus Ронда. Я просто вот Dota меня приучила сохранять игры. Я никогда не сохранял игру Who is Fisher Price Modem, я честное слово, да. Гоу. Я не знаю, это не похоже вообще на сохраненную игру. То, тем не менее, она есть. Я попытаюсь загрузить ее и расследовать, в чем дело. Who is Fisher? Похоже на какое-то заклинание даже. Who is Fisher Price Modem? Да. Можно сразу в Гарри Поттера засовывать. Так, слушай, армия нигде не устояла. Да, косовская. Да, да. В общем, Британия останется все-таки независимой, сохранит свою независимость. Племена бриттов и кельтов могут танцевать свои танцы в священных рощах. Все в порядке, все отлично. Глянь-ка на лимит, это просто какой-то же. А я не понимаю, Ронда, понимаешь, таким лимитом он уже очень давно живет и в ус не дует как-то всю игру. Как-то, ну и ладно. Это его тайная стратегия такая. Я смотрю на зергов, не знаю, как на кого. Ну, пофиг. Шторм. Ну, это... шторм. Пока зерг не собрал просто в кулак себя. Ну, будет еще шторм, ну... Или маны нету. Вот оно. Смотри, какие позиции занимает Ронда такие, знаешь, хитренькие какие-то. Ну так вот только поэтому он еще жив. Ой, как страшно. Как страшно играть с зергом. Вот только когда ПВЗ сядешь играть, думаешь, твою ж налево, как же вас выигрывать, а это же ужас какой-то. Потом сядешь наоборот, протас тебя размочит, думаешь, да как так, имба какая-то. Да-да, так всегда. Я не понимаю, зачем писать вообще про имбу, если можно просто поехать и взять имбарасу. Или это просто какая-то неприязнь такая дикая. Да я не знаю, на самом деле. Ой. Я вообще не считаю, что есть где-то имба. Не, ну есть имба. Мутастек это имба. Мутастек это имба, да? Ну сейчас просто разнос идет. По всем фронтам разнос. Ну, обалдеть. Вот он собрал в кулак свою армию. Да тут слезы тоса вообще. Слезки. Отольются зергу тосовы слезки. Как это звучит, да, так жалостливо, слезки. Слушай, он еще и затащил, на самом деле. Ну, не затащил, а остался единственным. Ронда затащил. Ну, Ронда тут как-то не затащил. Ну, он не слил. Нет, он слил. Ну, он слил же, но я не знаю. Ну, там остался один люркер, 3 гидры. Ронда затащил, картина сейчас у меня на экране. Да. Да, GG. Так.
Итак, мы снова с вами. Имбадульфра, А2 Чингис, Ронда и Рокс Кис Альф. Гоу-гоу, готовы ли парни играть или они не готовы? Да, заждались уже все. Хотят прекрасно играть. Прекрасно. Поехали. Счет 3-2 в пользу Рокс Кис Альфа. БО7 игра до 4 побед. А Альф, кстати, нам ничего, по-моему, не сказал. Да? Кстати, это косяк был. Тут. Обломно разводить рабов так. Но вроде бы там задвигались рабы везде. А нет, у Зерга не задвигались, Альф не задвигался. Ага, посмотри, какое преимущество у Протоса, они уже... Да-да-да, где-то сантиметров так 4 даже прошло. Или отпустить паузу. Ну, Альф же еще не ответил же. А, вот. Так, все, го. А, ре. Окей. Ну, ре так ре. Все-таки разница была налицо. Да, будет ре. Заходи. Не, слушай, интересные такие игры пошли. И хочется сейчас на Андромеде такого какого-нибудь зрелища. Все-таки карта большая, нажористая. Да. Есть такое дело в этой карте. Что-то. Помнишь, как Ронда с Палмелом? Как правильно, Палмал или Пэлмел? Ну, вообще... Или Палмел, или Пэлмал? Палмол, вообще-то, но... Все, я понял. Пэлмол. Ну, полмол, что-то типа такого. Полмол. Интересно. Так. Ну, я не уверен, на самом деле. Я просто знаю, что мел, ну, то, что видится, мел точно читается как мол. Угу. Ну и, соответственно, скорее всего, пел тоже будет так считаться. Поехали, да. Андромеда. Смотри, вроде не лагает. Ты с такой надеждой сказал в голосе. Да. Именно с надеждой. Нет, Оверлорд подергивается он. Ну ладненько, тогда я опять аутнусь. Он не хочет. Странно тогда. Возможно, сегодня с кабанчиком не получится провести, если у меня лагает из Старкрафта. Ну, понимаешь, там вы с кабаном-то будете. А, ну да, вообще-то. Так я еще стримить буду. Понимаешь. Ну, не знаю, ну попробуй. Попытка же не пытка. Так, что у нас здесь происходит? Как ты думаешь, какой вообще путь развития изберет Альф на этой замечательной карте? Почему Ронда ее выбрал? Давай подумаем. Не знаю, мне кажется, сейчас Ронда будет экспиться зло. Вот, потому что агрессивно у него не получилось поиграть, и он очень расстроился из-за этого. Я думаю, сейчас наэкспится по самой помидор. Ну, а Альф, наверное, будет харасить сначала мутой и прочие вещи. Возможно, запропушит гидрой. Много чем можно сделать. Да. Ну, ладно. В будущее заглянуть у нас не получилось. Будем жить настоящим. Интересно, не будет ли здесь сейчас пара гейтов, а? Представляешь, снизу. О, ты знаешь, вот, кстати, сейчас есть информация, почему Ронда выбрал карту Андромеда. Пишет Каби. Пишет Каби Рейдж. Потому что она была на КСЛ, и Ронда говорил, что играл там почти одни ПВЗ. То есть он сыграл очень много ПВЗ на этой карте. Он просто... Просто ее, видимо, изучил до последнего минеральчика, до последнего кирпичика и знает, что тут нужно делать. Ну, посмотрим, как он задрочил эту карту. Смотри, какой ловкий маневр от Зерга. Он обходит пробку, ставит... Вот я... Оверлорда отсюда убирать не надо. Вот я сколько раз жалел, что... Хотя, в принципе, уже собаки заказаны, можно ее убрать, ничего страшного. И, зная стиль игры Альфа, лаги, что говорит Ронда,
Да, вроде нет. Да, вроде нет. MB твой комп. Я просто не вижу лагов. Очень ровно ездит пробка. Нормально бегут собаки. У меня не включены торренты. Я думаю. Все должно быть в порядке. Ронда застраивается. Кстати, на Андромеде тоже застроится, наверное. Ну, конечно, посложнее, чем на Лонгинусе. Слушай, Чингис, ты же тиран, да? Да. Ты когда-нибудь хотел вот все просто взять, вот просто... Застроить? Нет, взять просто вот шапку с головы, да? Поднять ее, бросить на пол, протоптаться по ней хорошенько, сказать, а, пошли вы все, я буду играть Тосом. Тосом нет, Зергом я хотел играть. Зергом хотел играть. Угу. А Тосом я играл уже. Я помню, растоптал шапку и кинул, пошли вы все, буду играть тираном. А, вот оно, вот так как ты к тиранам-то пришел. А почему? После какого случая? А это было. Это именно была такая вот одна игра, и я перешел сразу ни разу. За 2 года не включил ни разу Тосов. Это когда на Last Temple мне дропнули Люру на клиф. Угу. И тупой псих не кидал шторм. А, вот. Мне убили всех рабов. Это ужасно. Это ужасно, я понимаю тебя. Да, слушай, пора уже организовывать какие-то общества по защите психологического здоровья старкрафтеров. Общество анонимных протосов, например. Чтобы человек признавался, да, я протос. Да. Да, я обузил зилтов с ногами. Я пробегал к зергам. Вот. Тогда легче уже жить, когда ты признаешь, что действительно есть какая-то проблема. Она существует. Ну ладно. Тиранов сегодня здесь нет. Я, оказывается, злостный спамер, кстати. В чате. А, так-то вы в чате, у вас все веселье. Я смотрю, ты что-то притих. Притих у да вас. Да тут видишь? Просто меня обучают английскому. А, ну это нормально, это нормально. У нас в чате можно очень многому научиться, в том числе и английскому языку. Ты, кстати, пропустил очень веселые политические разговоры про коммунизм, социализм. Да? Ну. То есть они в чате. Вообще архив нашего чата это бесценная сокровищница. Если там покопаться, да, то очень много интересного можно найти. Там может быть пароли к пентагоновским сайтам есть и прочая фигня. Там такая бездна. Угу. Кстати, меня радует взор экономика Альфа. Вот просто радует. Как говорят... Ну, кстати, рабов что-то как-то не по-зерговски. Что-то он как-то... Ну, раскулачить его надо. Тесно, тесно вот здесь. Ну, нужно, конечно, немножко рабочих, наверное, перевести вот на экспаншн. Немножко, немножко. Есть небольшая проблема у Альфа. Слишком много рабочих на одной нычке. Вот. Спайр у него уже почти достроился. У Ронда, соответственно, корсарчик заказан. А один корсар у него... Нет, это не корсар летит, это пробка едет на разведку. Ну, в общем, судя по всему, Альф успевает... Полностью, на 100%, и никаких у него особенных проблем возникнуть не должно. Ну да, устал я, в общем, спорить в чате, на самом деле. Насчет, кстати, Палмола. Да не спорить, пусть придет сам Айфу Палмол и скажет, как его зовут. Вот. Кстати, действительно, в данном случае... важно то, как он себя называет, а не то, как это звучит правильно на английском языке. Опа! Опа, как корсара не называй, а был и нету. Да. А скуржи его все равно режут. Да, ну вообще как-то справедливо у зерга все, понимаешь? Вот справедливо как-то. Да то ничего не справедливо. Он не берет просто корсара, да, и не берет его под мышку, не уходит, переваливаясь, да, это мой корсар, я его забираю. Нет, он просто, он дает, он берет и дает, понимаешь? Он не просто так. Зерк это торренты, это коммунизм, это
Это будущее, понимаешь? Это не. Особенно, когда тебе люркеров дроп из-за рабов. Это такой коммунизм. Ну, это... Такое равенство. Это издержки, Чингис. Не бывает гладкой, ровной дороги вперед. Не бывает. Где-то и люркеры... Когда тебя слон жрет с броней 6. Ну, бывает такое, я согласен. Но, понимаешь, это смотря как слона кормить, как его воспитывать, какая у него жизнь будет, какая у него среда, обстановка. Слон может таскать тяжести. Может жрать людей. Кстати, слоны вообще у зергов очень злые. Вот настоящие слоны, они же очень добрые. Вот, например, если лежит человек, слон на него никогда не наступит. Он его подденет бивнем? Нет, в смысле, вот именно то, что, допустим, слон идет, и чувак тут бас бросает своим под ноги. Он никогда не наступит на чувака. Угу. Вот. Это вот такой вот слон. А зерговский слон рад только будет, он... С радостным хрюкиванием полетит наступать на него. Ты знаешь, вообще, как бы, ты не прав. Потому что зерговские и ультралиски никогда еще не наступали ни на кого. Они просто рвут вот этими бивнями. Ну так потому что они не успевают наступать. Никто не выдерживает пару ударов бивнем. Но они не топчут человеческое достоинство, понимаешь? Они дают возможность человеку сохранить свое лицо. Ну, кстати, в принципе, если наших обычных человеческих слонов с пулеметов стрелять, то, возможно, они тоже будут... бивнями биться. С пулемета стрелять, да? Мне кажется, даже из воздушки можно подойти, щелкануть. Я бы не рискнул. Ну, слушай, тут Альф, смотри, что он творит-то. Он без всяких слонов еще. 6 мут. А вот тебе шторм. 8 сбоку, ваших нет. Дарк встал в задумчивости. Бить или не бить? Кстати говоря, он сейчас... Вот в чем вопрос. Держит Маринесовский череп и смотрит на него. О, бедный Люрик. Так, у нас вообще люркеры... Смотри, как Дарка загнала гидра. Ни одного гидрала не погибло при съемках. Смотри, ни одного. Двух пытался... Так гидралов целая куча. Так он вот эти, посмотри, два сзади идут, счастливчика. Хэппи гидролиски. Обалдеть. Так, Каби Рейдж запустил перестрим на Юстриме. На Юстриме Юстрим запустил Каби Рейдж. Карл у Клары украл кораллы. Надо теперь попросить, чтобы, допустим, Кинг Крид запустил перестрим перестрима, который запустил Каби на лайвстриме. На Юстриме. А, чтобы Кинг Крид на лайвстриме запустил перестрим перестрима, который запустил Каби на Юстриме. Все, мы скороговорки сейчас будем сочинять. Запросто. Да. Кстати, ничего такое, комментаторское. Надо будет сделать тест для комментаторов. Да, с какой скоростью ты успеешь произнести скороговорку от портала? Кинг Крид запустил перестрим перестрима, который Каби запустил на Юстриме. Да, еще ж надо... Кинг Крид на лайвстриме перестрим. А, пропустил. Да. Все, не годишься. Бабам, все, я ушел. Не годишься. Кстати, момент-то критический. Если Альф сейчас выигрывает, все, Ронда, до свидания. Кстати, да. Ронда сейчас играет так под давлением. Тем более то, что, в общем-то, у него еще и не все в порядке. Что у Ронда не в порядке? Вообще, по лимиту, да. По лимиту я бы не сказал, что у Ронда все отлично. Тут еще Гун отдался, непонятно зачем. Вышел и хотел сказать привет, пацаны. Ох, какие штормы. Вот меня радует Ронда своими штормами. Просто радует. Ну, посмотри, да. Какие штормы. Ой, боже. Зилотов ног нету, но такие штормы, а. Божественные штормы. Я сейчас вот просто смотрел на лимит зерги, и он так, знаешь, так... 95, 93, 91, 90, 80. Ронда. Я сейчас начну брать у Ронда телефон. Я не выдержу. Смотри, что он творит. 84 на 104. С ума сойти. Он только что слил где-то 30 лимитов. Просто практически без потерь. Ну это... да, просто несколько взмахов. Ну посмотри, сколько у Альфа всего бежит. Сколько у него денег. Альф буржуй, я еще вначале сказал, он рабов настроил, просто тираны столько не строит. Я не могу понять, почему. Нет, вот сейчас что-то не очень пошло. Сейчас что-то не очень. Нет, нормально, нормально. Дотекание такое подходит грамотное.
нету ножек у зилтов, понимаешь? Это новый метод Ронда. Я услышал, нету ножика у зилотов. У меня сразу такой, знаешь, гопник зилот с ножичком. А, нету ножичка. Ну ты анекдот же знаешь про зилота гопника? Нет. Че, не знаешь? Не знаю. Не может быть. Ну, зилот стоит, вернее, идут маринусы, несколько человек. Ну, пусть их будет четыре. Идут они, голос из-под моста, эй, иди сюда. Они смотрят, там глаза какие-то такие страшные, налитые. Ну, подошли, там зилот на корточках сидит, говорит, винтовки скидывайте. Они винтовки скинули, ну, теперь пошли отсюда. Они идут, тишина такая. Потом один из них говорит задумчиво, вот, ребята, все-таки, что значит компания? Винтовки-то забрал, а побить побоялся. Да, это у меня был случай из жизни один раз. Мы шли один раз с друзьями ночью, и на другой стороне дороги была такая здоровая компания людей. Вот. А я шел, в общем-то, один чувак был чемпион Европы по тайскому боксу и КМС по боксу другой. В общем, эти чуваки такие, бас, переходят к нам дорогу. Эй, пацаны, стойте, все такое. И вот эти, мы переглядываемся, КМСы, чемпионы. И так фраза, практически хором, бежим, бежим. И побежали. Вот так. Да, да. Ну вот, наверное, поэтому и побежали. Слушай, вот я сейчас перестал бояться армии Ронда. Вот до этого это было действительно ужасно. Вот как в фильмах ужасов же, зомби... Быстрые зомби — это еще не то. Он быстро нападет, сожжет. Самые страшные — медленные. И вот тут вот были, понимаешь, страшные зилоты. Они медленно, верно шли на... Вот сейчас я думаю, что Альф может выиграть. У зилотов появились ноги. Все. Психологический эффект нулевой абсолютно. Да, да, да. Теперь все. Не успеваешь испугаться. Не успеваешь. Они уже побежали, да. Все. И готово. Чик-чик. Но на самом деле что-то психов маловато. Куда все делись-то? Там было целая куча. Да, да, маловато. Ну все, это очень важная битва. Очень важная битва. Ну, я думаю, для Альфа не такая важная, потому что у него еще один шанс будет, даже если он проиграет, будет решающая игра. Мы все этого ждем. Альф, ты же знаешь. Ага, ну да. Мы любим интриги. Мы любим интриги. Ну что-то гоняет ТОС Зерга. Как-то, не знаю, даже пассивно, что ли, сыграл. Играет Альф. Ну что-то вот Альф действительно немножко... Ну а как не... Ну он занял четвертую нычку, да, пытался защитить, а Ронда пришел со своими медленными зилотами, все убил нафиг. Как тут... Что тут делать, а? Я даже не знаю. Слушай. Похоже, дело близится к ГГ. Да, да, есть такое дело. Есть такое дело. У Ронда лимит уже 162 против лимита Альфа 79. Тут уже можно даже и быстрыми зилтами эту игру выиграть. Тут уже это не важно. А да. Апгрейды 2-2. Все. Все, я не могу. GG пишет Альф, Овныч. Тотали. Ну, нам-то это только плюс, счет 3-3. Да. Нам это только на руку. Нам. Мы рады эмоциям. Мы паразиты, которые питаются эмоциями. Слушай, а я ведь не сохранил предыдущую игру. Я бы тебе хотел сказать, что ты очень плохо поступил. Ну, она у меня наверняка есть в автосейвах, и я потом выложу эту игру, так что не переживайте. Все будет хорошо, сейчас мы спросим. Ну, кстати говоря, у Альфа есть сейчас небольшое преимущество, потому что он может выбрать карту. Хотя преимущество ли это, потому там что... Там осталась же карта. Там осталась-то, по-моему, одна карта. Так что выбор такой, знаешь, у меня папа все время так делает. Нате вам выбор. А говорит один вариант, а потом другой вариант говорит так, но я бы хотел. И попробуй выбрать другой вариант. А что там, кстати, осталось? Fighting Spirit? Нет. Или Outsider? Нет, Outsider.
карта Outsider. Чисто Outsider. Корейский финал у нас будет. Чисто корейский. Альф тоже улыбнулся, когда я ему предложил выбрать карту. Гэл, ХФ, поехали, ребята. С вами А2 Чингис, с вами Имба Адольф Ра. И прямо сейчас в прямом эфире СК2 ТВ свершится правосудие. Откуда? Если свершится правосудие, то ТОС должен выиграть. Кому альянс-то ставить, господи? Кому я в прошлый раз ставил? Неважно. Я предлагаю зерг сделать красным. Я предлагаю зерг уже желтый. Я уже не могу. Ну, в общем, арокский сальф, зерг, он появился внизу, а сверху появился протос. Протос ЛРМ Ронда. Погоди, да свершится предначертанное. Тьфу, какое правосудие. Это говорил Абадон. Абадон из Варкрафта. В Варкрафте... Слушай, ты до утра нечаянно. Варик его зовут Абадон, я уже забыл все на самом деле. У меня уже с дотой мозги совершенно уже в один кисель все смешалось. А он разве не этот, как там, не главный герой в Варкрафте обычно? Ну да, но он как там называется, Lord of Avernus, что ли? Черт пойми. Я уж не помню на самом деле. Death Knight. Death Knight он называется. Да, Мертвый Рыцарь, ДК. Пришел к нам ДК, припудренный слегка, как там в песне поется, не помню. Вот, ну, в доте его зовут Абадон, он отличный саппорт, замечательный, неплохой херокиллер. И вообще парень хоть куда. Несчастный дотер. А сам-то, ну, признайся. Ну, я вот, кстати, не дотер. Я-то уже очень давно не играю. А я тоже доту стер, я уже тоже давно не играю. Все, кончилось это время. Давай устроим этот собрание анонимных дотеров. Да, вот, я играл целых 4 месяца, 6 часов в день, но теперь я стер ее, потому что моя жизнь стала такой грустной, меня бросила девушка и прочая такая фигня. И будем плакать друг друга на плечах. Да, знаешь, ну, наверное, действительно, вот я понял, что такое зависимость от компьютерных игр. Это не на примере StarCraft, а на примере как раз-таки Dota All Stars. Потому что там действительно вредная какая-то игрушка, но это ужас. Столько времени пожирает, тоже кошмар. Не знаю, но все равно у меня, пожалуй, меньше времени, чем StarCraft, когда я начал в него играть. Нет, понимаешь, в чем дело? В любой игре, абсолютно в любой игре, да, есть такое понятие Last Win. Не last hit, а last win. Ты, допустим, проиграл, расстроился, ты пошел, выиграл кого-нибудь другого. Вот там, как, знаешь, некоторые люди на работе на них начальник наорал, они расстроились, пришли, дома на кого-нибудь покричали и успокоились, да? Вот такой же механизм работает в играх компьютерных. Тебя выиграли, ты пошел, оторвался на ком-нибудь другом, там, в крайнем случае, если тебя обижают на ICCAP'е, ты пошел на Подольск куда-нибудь, там, поймал кого-нибудь и выиграл, все, ты доволен, ты счастлив. Ну, в доте же это невозможно, это порочный путь, потому что ты проиграл, ты пошел в куда-нибудь другое место, во-первых, ты будешь вот эти вот last win играть по 40 минут, да, во-вторых, там все время будет команда. Да, это же единственная игра, в которой я срываюсь, понимаешь, иногда. Просто единственная. Я не могу, но там реально там парни зажигают. А вначале же ты говорил, давайте жить мирно, не материтесь. Нет, я не матерюсь, но просто. Нет, это то, что ты говорил раньше. Вначале. Да, но вот. Бросил эти бесплодные попытки. На самом деле очень сложно, очень сложно. В доте не сорваться. Вот. Можете даже тренироваться специально. Если человек не срывается в доте, он значит просто железный парень, которому все нипочем. Да я не знаю даже такого человека, который не будет срываться в доте. Ну, наверное, есть. Наверное, тот, которому абсолютно безразличен результат игры. Ну, знаешь, на самом деле, чем ты хуже играешь, тем вот я всегда играл в доту спокойно, пока я играл очень плохо. Чуть-чуть получше я стал играть, и уже начались какие-то кланвары, начался, ну, пусть какие-то дешевые кланвары, там, Европа, Дота, кланвар, Рум 1, да, но все равно что-то уже, да, и уже началось какое-то раздражение начало появляться. Ты мне не помог, ты там не сказал мисс,
ты там стрелой не попал или еще что-то. Я поэтому не люблю играть 2 на 2 в StarCraft'е. Да, 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 да. 2 на 2 в StarCraft'е тоже может вызывать массу негативных эмоций. Вот. Ну там хотя бы один человек, и все. Так на одного человека все и сразу выливается. Вот. Ну ладно, мы уже немножко отвлеклись. Это все-таки финальная игра, последняя. Кто бы здесь не выиграл, кто выигрывает, тот выигрывает Котх. Кто выигрывает Котх, тот не просто мужчина, молодец, тот получает небольшой приз в 30 ВМЗ, предоставленных спонсором трансляции neverfold.ru. Собственно говоря, если вы хотите стать спонсором другой трансляции, пишите, и вам обязательно ответят. Я, кстати, заценил форум, очень неплохой. Есть что почитать. Но это уже реклама пошла, Чингис. Наглая, бессовестный product placement пошел. Не слушайте его, не слушайте. Мы на это не подписывались. Я просто заценил и посмотрел. Вот. Кстати, посмотри, что вообще делает Альф. Ты видишь, что они делают? Альф делает кучу собак, и, наверное, не знаю, что он будет делать с ними. Мне кажется, он ничего с ними делать не будет. Они будут бегать до середины игры. Не, ну раз мы уже начали говорить, я вообще, честно скажу, я вам не рекомендую начинать играть в покер, я вам от чистого сердца говорю. Несмотря на то, что... Согласен. Вот, если вы не играете, то и не надо, не стоит. Вот есть StarCraft. Лучше Дота, да. Мы уже обсуждали то, что это абсолютно нелегкие деньги. Да, это на самом деле задрочка чудовищная. Это просто... Там просто кто-то сказал то, что это легкие деньги, и я просто... Меня аж перекоробило всего, что это какие-то легкие деньги. Это ужас просто. Какая, не знаю, муторная фигня. Да. Очень сложно зарабатывать покером. Очень. Перспективнее, по-моему, вообще в StarCraft 2 шпилить и выиграть в СНГ. Да. Не, на самом деле... Многие же варкрафтеры, старкрафтеры, которые играют в покер, они заливают в нем свои выигрыши в турнирах. Собственно. Да. По крайней мере, так было. Угу. Да, это ужасно. Да вообще, азартные игры, господи. Ну, у меня, если о печальном говорить, у меня у друга... Ну, в общем, несколько случаев было, когда... Ну, ладно, это вообще не про то. Не буду про это говорить. Ну, в общем, люди пострадали от азартных игр очень сильно. Вот. Не к месту сейчас эти печальные темы поднимать. Давайте все-таки вернемся к игре. Смотри, как жестоко зафотонился Рондо. Мне кажется, он уже готов ко всему, что хочет сделать Альф. То есть и к большому количеству собак, и к большому количеству муты. Ко всему готов. Абсолютно с тобой согласен. Единственное вот место уязвимое для муты — это... Бараки. Это бараки, да, и по-моему зря сейчас Альф сюда присел на вот эти две фотонки. Может, не зря, конечно. Муты-то много. Ой, как много муты, посмотри, вышиб-таки. Смотри-ка, нашел-таки уязвимую. Отличная микро у Альфа, прекрасно. Да. Но тем не менее, по-моему, все-таки... А черт его знает, кто здесь прав, кто виноват. Минус Корсар. Нету правых виноватых, есть только муты и Корсары. Да. Налет. Посмотри, как по-жиедонговски налетает. И посмотри, как микрит по-бисовски Рондо-то. Ни одного Корсара не слил. Я бы слил бы 100%. Ой, слушай, да, я бы уже давным-давно слил все, что тут есть. Ой, как они... Неужели... Нет. Я не могу это смотреть. Это решающая игра ведь. Ой, какой танец. Нет. Слушай, там все погибает. Обалдеть. Это ужасно. Но Рондо просто корсарами, не знаю, он танцор вообще. Да, танцор диско. Ой, нет, корсар! Ой! Уберите! Уберите меня от экрана, я не могу смотреть. Но! Господи! Это ужасно. Как они еще не слили один Корсаров, а другой Скурже? Я понять не могу. Что-то невероятное. Да вообще, я не знаю, что. У них там или броня плюс 10, или... Нет, уже, слушай, 4 Корсара. Боже мой. Ну, тут, мне кажется, все равно. Танцы Корсарами — это, конечно, очень
впечатляет. Муту-то там жрет. Да, Мута уже, кстати, Nexus сожрала, то есть главную свою задачу выполнила, для чего она на свет появилась. По-моему, это уже для Рона все. Ну, скуржи были размиклены отлично просто. Правда, очень долго. Да, 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 вот критически долго. Критически долго. Какое микро у парней, а, обалдеть. Ой, как корсары залетели в самую гущу муты. В самую гущу. Ну, там есть батарея. Батарея. Что-то не особо помогает с батареей. Как тут Ронда отбивается, на каких последних просто... Ай, уф. Давайте. Терял очень много. Да, слишком много. 49 лимит против 57. Ну, конечно, еще ничего. Только но... у меня еще Nexus уж нет. Да, без Nexus жизни в жизни. Какое микро демонстрирует, лох. Ну, вообще, почти всех скуржей. Почти все скуржи. Мне кажется, Ронда нельзя убить скуржами. Старов Ронда. Да, они какие-то... Какая-то имба. Он даже если убивает, три корсара нужно на скуржа. Вернее, три скуржа на корсару нужно, а не два, как обычно. Не могу понять, почему он с зилотами своими не кинулся. А, он не мог еще сделать ноги, потому что обесточена пушка. Ох ты, ой, как микрит Альф Муты, вообще божественно. Оба игрока, конечно, Amazing Micro демонстрируют нам. Превосходно. Там же еще собак просто много было, насчет девотов, если говорить. Ну да, но вот он только сейчас атаковал, не в тот момент, когда самая жара была. Мне кажется, уже на пофиг надо было кинуться. Просто на пофиг, потому что... Это без... Да, ну, хотя бы какой-то бы шанс был тут попакостить, поубивать рабочих. Сейчас-то уже все. Да, сейчас да. Уже все. Ну, здесь Ронда держался до конца. Ну, вот этот момент, конечно, был очень красивый. Вообще, в последнее время меня что-то радует. Некорейские ребята, вот, играющие у нас. Прям такие бывают красивейшие микромоменты, что... Ну, я на самом деле офигел, но там три фотонки было, и все равно отщелкал и не поперхнулся. Я думал, вот сейчас это... Альф сольется, вот этот критический момент, Альф, потому что Ронда сделал все для того, чтобы грамотно защититься. Все сделал. Да, ну, да. Куда больше трех фотонок ставит? Ну, имейте совесть-то, елки-палки, зерги. Три фотонки. Да там две обычно ставят, и все, и не парят всю игру. Да, корсары, все, что есть. Все, что есть. Но не сдается Ронда, хотя стоило бы, наверное. Ну вот в такой ситуации, но если бы там Ронда где-то воткнул такой экспаншн там скрытый еще, но тут уже без шансов, конечно. Ну да, да, да. Все, GG! И одерживает... Конечно же, Amazing Micro корсарами против скуржей мне просто очень понравилось. Да. Да, великолепная победа. Отличная победа. Поздравляем Альфа. Альф все-таки вместо Димаги занимает место, еще успевший уже остыть. Вот, занимает это место Рокскис Альф. И он получает приз. Он получает приз в размере 30 ВМЗ. Мне тут говорят, с тебя сегодня воды. Я постараюсь сегодня выложить воды, постараюсь сегодня выложить реплеи, постараюсь сегодня как минимум посадить дерево и сделать еще какое-нибудь полезное дело. Вот. Ну, ладно, спасибо огромное всем, кто принимал участие в этом всем деле. Спасибо Каби за перестрим на Юстриме с лайвстрима. Прямого стрима. Не-не-не, там это мы уже напридумывали, а там прямой стрим, перестрим на Юстрим. Прямой стрим, перестрим на Юстрим, лайвстрим. Окей. Спасибо большое А2 Чингизу. Спасибо тебе, Чингиз. Ты тоже спасибо, Дольф. Спасибо мне. И спасибо, конечно же, Майклу Джексону. Потому что он сегодня поднимал нам всем настроение. И более того, финальная песня тоже за ним. Ведь старина Майкл, он друг нашей трансляции. Просто друг. А всем
борцам за права звукозаписывающих компаний. Да ну вас к черту. Все, друзья. Пока. Удачи. Распространяйте музыку, фильмы. Пусть искусство будет бесплатным и всем доступным. Аминь. Аминь. Майкл Джексон и Эвсон. Поехали. Used to
Сэмпай. Мы еще в стриме, я просто жду, когда пройдет этот. Ну, когда отключить можно будет, чтобы песня неожиданно не оборвалась. Понятно.